26 мая в Казани прошла серия мастер-классов «Made in Kazan», которая собрала всех урбанистов нашего города. В основном гостей интересовало, какими идеями живет современный мир и как уследить за всеми тенденциями развития городов и регионов. Ведь на сегодняшний день именно градостроительство динамично растет и развивается. Стратегия 2030, которую приняла наша республика, основным драйвером развития определена ее столица – город Казань. Основной ресурс Казани – это вы, талантливые, активные люди. И главные инвестиции должны быть именно в человека. Сегодняшний Made in Kazan – это такой квадрокоптер, с помощью которого мы за очень короткий срок сможем увидеть происходящее совсем с другой высоты. На площадке Made in Kazan выступили известные всему миру спикеры, а именно действующие и бывшие мэры мировых столиц. Они поделились своими знаниями и опытом не только с инициативными казанцами, но и с начинающими предпринимателями, по признанию которых новые знания на вес золота. Форума я ожидаю получить тот опыт, о котором могут поделиться опытные спикеры, представители крупных городов. Ожидаю расширить свой кругозор, посмотреть, как развивались города в других странах. Третий раз я тут появляюсь на этих мастер-классах. На самом деле, большое спасибо организаторам. Отличные мероприятия. Позволяют получить знания, очень редкие, очень востребованные и полезные для предпринимателей, для студентов, для того, чтобы иметь возможность развиваться, улучшать город, улучшать городскую среду и делать жизнь лучше. Развитие городского общественного транспорта, брендинг территорий и туристический маркетинг стали основными темами прошедших мастер-классов. Безусловно, эти сферы продолжают прогрессировать. А значит, сегодняшним урбанистам крайне необходимы новые знания и навыки. Ведь за ними будущее целых городов. Адель Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.